В концертном зале театра «Наш дом» аншлаг. Свободных мест практически нет. В День города сюда пригласили детей из многодетных семей, семей участников СВО, их родителей и победителей самых разных творческих конкурсов. Зажигательные ритмы, энергичные танцы, футуристичная музыка, содержание творческих номеров концертной программы разное, неизменно одно. Все они посвящены Дню города. К собравшимся обратился глава округа Дмитрий Волошин. 85 лет, в 1939 году город был учрежден, и сегодня мы празднуем наш юбилей. И когда мы принимали решение, какие проводить мероприятия, массовые, культурные, в первую очередь с командой администрации мы подумали о детях и решили сделать сегодня музыкальный подарок. А вот и обещанный сюрприз. На сцене театра «Наш дом» выступает народный артист России Дмитрий Маликов. Все не просто так, все, что было, пепел, знай, моя звезда, все будет хорошо. Мне очень приятно поздравить городской округ Химки с Днем города. Сегодня вам 85 лет исполняется. Вот это уже такой достаточно солидный возраст, но надо сказать, что вы много чего преуспели, и я часто здесь бываю и смотрю, как все чисто, красиво, постоянно какие-то открываются новые заведения культуры, и отдыха, и промышленности. Дмитрий Маликов не просто выступил на сцене, а посетил Химки социально-образовательным проектом «Уроки музыки». Его цель – поддержка и обучение юных музыкантов. В рамках проекта юные химчане из сводного хора спели с Дмитрием одну из самых трогательных песен композитора и певца «Мама». Песня «Мама» особенно близка аудитории, которая собралась в зрительном зале театра «Наш дом». Ведь основные зрители – юные жители городского округа. Очень хочется пожелать нашему прекрасному городу, чтобы рождались юные химчане, чтобы появлялись новые жители, которые своим профессиональным трудом, своим отношением к городу делали его прекраснее, лучше, чтобы была эта связь поколений. Есть! Автографы и фото на память со звездой, концерт и общение в театре «Наш дом» с народным артистом Дмитрием Маликовым длилось более 2 часов. Это мероприятие стало одним из 160 прошедших в Химках в рамках празднования Дня города. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.